Тем временем МЧС региона повысила уровень погодной опасности на ближайшие дни до оранжевого уровня. Сообщение об этом получили на мобильные телефоны жители Чувашии. Температура воздуха опять стремится к отметке в 34 градуса по Цельсию. Усиливаются противопожарные меры. По-прежнему запрещено разводить костры не только в лесу, но и на собственных дачных участках. На сегодняшний день на территории Чувашской республики с начала года произошло 893 пожара, на которых погибло 57 человек и пострадало 40 человек. На сегодняшний день на территории Чувашской республики действует особый противопожарный режим, установленный постановлением Кабинета министров Чувашской республики номер 127. Действует особый противопожарный режим на территории Чувашской республики с 25 апреля 2021 года.